Привет, друзья! Всех с праздником, всех с Пасхой, кто отмечает. Всем хорошего настроения, весеннего, хорошей весны, теплого лета. Ну и все такое, самое-самое хорошее. У нас Пасха была уже в Англии, и, ну, так как мы люди не особо религиозные, ну, и там отмечаем, как бы, ну, как отмечаем, не отмечаем, а просто замечаем, как бы, праздник, да, и здесь. Вот, в домашних условиях просто делаем, можно сказать, на скорую руку. Вот такой вот у нас вот такая получилась в этом году кулич такой из шоколадки. Вот муж вырезал буквы, посыпали яйца там в пленочку, завернули в такую красивую сейчас пленки, красить яйца не надо. Ну и чисто символически так вот поставили на стол. И сейчас я встала утром, у нас много работы в саду, мы праздники приходится не соблюдать, ну, как бы и мы не особо их соблюдаем, потому что все у нас зависит от погоды. Вот погоды дождя нет, значит, надо быстрее-быстрее что-то делать. И вот мы уже елочку посадили, потом я ее там поближе покажу, выйду на улицу. И тут немножко цветов, ну, в общем, благоустраиваемся. Потому что очень долго это все длится у нас и надоело уже. А как бы хочется завершить побыстрее, и поэтому погода для нас важна. А погода здесь, дожди очень часто, и в саду, ну, в дождь не будешь там что-то делать, все мокро. Ну вот, и сегодня я встала, и вот у меня кулич на десерт, наверное, будет. И сейчас я делаю пирожки, тесто на кефире у меня, и из мякоти курицы делаю такие, ну, потом покажу, налеплю и сниму вам. Очень нравится моему сыну. Вчера приехал, я делала, все ему отдала, сегодня вот для мужа делаю. И потом пойдем работать в саду. И вот я налепила пирожки такие вот треугольничками с курицей и себе с капустой немного сделала. Сейчас я буду это выпекать на 200 градусов. Упаковка у меня уже нагрелась. И будет у меня такой перекус с пирожком сегодня. И вот такие они у меня получились. Запах обалденный. Сейчас буду вынимать.